Почему я могу дать свои все данные, все свои действия, все свои вообще документы, а какой-то человек, Кольцов, Юрий или Андрей, неважно, он не может сказать свой порядковый номер, хотя он обязан это сделать. Кто вы такой? Ну, скажите, даже потом все. Да. Наталья, обязаны мне предоставить. Будем... Что так, вы обязаны? Шире. Подожди, что вы обязаны? Так, отошли. Стоп. Что я обязан? Подойти, что вы обязаны? Представиться вам, не так ли? Представиться. Так. А если я попрошу... Ну, да, вы можете меня снимать, молодой человек. Если я попрошу предоставить свой порядковый номер, что вы обязаны сказать? Но если у меня нет порядкового номера... Так, я ничего не покажу. Что-то не да говорю. Неважно, я не если боюсь. Если вы имеете в виду номер жетона... Да, хотя бы. Нагрудного знака. Нет, да. Нет. Я хочу знать ваш номерной знак. Ну вот он, нагрудный знак, я вам еще хотя раз говорю. Хотя бы его скажу. 690612. 690612. 690612. Все. Все? Все, ты вы довольны? Нет. Подъезжай. 690612. Это человек. У меня просто двое детей, я боюсь заразиться. Я понял. Все болит в моей. Ужасно, у меня никогда такого не было, я ужасно боюсь. В течение 10 секунд, как шарик, давайте меня да. Дуйте. Туда. Не дуть. Туда да, дуть, да. Если вы будете препятствовать, то он не будет пищать. Да. Звуковой сигнал будет идти, если вы дуете у него. Ну, но вы не дуете у него. Все, да, ты раз, давайте. Я просто когда такой... Как шарик, мне? Ну давайте точно все. Так же. Языком давайте. Его затыкать не надо. Нет. Давай. Это будет все видно. Еще разочек. Затыкать его не надо, мимо него тоже затыкать надо. Вы заткнули его сейчас, видите, мелодии не играть. Вот, еще раз, давайте еще раз. Еще. Дыхай. Готовы? Готово. Давайте. Дуй, дыхай. Все, идем. Идет анализ. С результатами свидетельства согласны? Нет.